забывай, все же мы люди. Очень важно понимание. То есть, кто бы что ни делал, что бы, где бы что ни менялось, отношение к людям с инвалидностью, отношение к обществу, отношение, то, чтобы сознание менялось к людям с инвалидностью. Мы как раз для этого и, собственно, наверное, сегодня и собрались. Слава Богу, что